Дуров не очень интересен в коммуникациях. Я с ним беседовал несколько часов в общей сложности. Он не производит на меня такого великого впечатления, скажу тебе честно, как он производит на многих людей. Он такой напоминает мне самого раннего меня, тоже хамоватый, такой нагловатый, то есть нахватавшийся, ему повезло в жизни. Я не очень высоко оцениваю его коммуникативные способности. Он не глуп, вот, безусловно, ну, как любой еврейский мальчик, так сказать. Он там уродился золотой ложкой, так сказать, там родился в Турине, 5-20, ему повезло, Петербург, все хорошо. Ну вот какой-то там, ну там сказать, это не предприниматель вот такой прям, который отъел все, да? Это, нет, это не Фридман, это даже не Прохоров там. Кто... Нет, это другой тип совсем. Он мне не очень интересен. Я знаю, что его все просят дико, но он на самом деле, я смотрел его лайв недавно интервью,